Курском филиале Белгородского университета потребительской кооперации прошла церемония награждения победителей регионального этапа 10-го всероссийского конкурса «Золотой Меркурий». Заветную награду получила и компания «Артметалл». Подробнее в нашем материале. 10 лет на рынке и 8 лет лидерства. Компания «Артметалл» заняла свою нишу в промышленной отрасли региона. Наша организация занимается металлическими конструкциями, это ограждение, навесы, козырьки. Также изделия из стекла, дерева, камня, как натурального, так и конгломератов. Постоянные партнеры компании – корпорация «Грин», «Фармстандарт», «Лексредства», сеть автосалонов. В сфере интересов не только Курская область, но и крупнейшие объекты соседних регионов. Галерея Чижова в Воронеже и спортивный комплекс Светланы Хоркиной в Белгороде. Работая в других областях, мы не только развиваемся сами, но и поддерживаем престиж Курской области. Собственное производство позволяет работать сразу над несколькими крупными объектами в разных областях Черноземья. Компания готова выполнять и индивидуальные дизайнерские заказы. В 2009 году мы выиграли тендер по восстановлению одной из святынь России. Это собор в Коренной пустыне. Сложную работу оценил патриарх русской церкви Кирилл. Конкурс «Золотой Меркурий» проводится торгово-промышленной палатой под патронажем правительства страны, чтобы предприятия, малые экспортеры улучшали качество своей работы. Кроме того, в процессе оценки мы учитывали социальную составляющую каждого предприятия. Насколько социально защищены работники, какой уровень зарплаты, участвует ли предприятие в жизни города и области. Всего на участие в конкурсе было подано около 50 заявок. 15 самых достойных получили награды. Кроме того, два курских предприятия вышли в финал федерального конкурса, где будут соревноваться уже 800 российских компаний. Юлия Матвеева, Юлия Абрамова, Алексей Еременко, Роман Леонов, телеканал «Сейм».